наша федерация функционирует с 2019 года. За это время нашей федерации было подготовлено не один чемпион страны, чемпион международных турниров, даже есть призеры, чемпионы мира. По Карагандинской области занимается около 1000 спортсменов. Практически в каждом городе есть наши залы, есть залы, где занимаются грэпплингом. Например, в Караганде 4 зала, в котором спортсмены занимаются грэпплингом. Ну, также, конечно, есть и в мелких городах. Соревнования по грэпплингу официально начинаются в 12 лет, но набор проводим гораздо раньше, то есть дети 7-8 лет уже приходят, тренируются. Но грэпплинг – это очень такой доступный вид борьбы, который не травматичный, поэтому заниматься можно начинать абсолютно с самого раннего возраста. Я всех приглашаю заниматься грэпплингом. Это очень хороший вид борьбы, очень полезный, очень разносторонний. Кто не пробовал ни разу, обязательно попробуйте. Я считаю, что его сила в том, что в нем присутствуют практически все действия, все приемы из других видов борьбы и единоборств.